Привет, меня зовут Атмарави. Сегодня в Минске я ходил на концерт группы «Без билета» в клуб «Гудвин». Группа «Без билета» основана в 1998 году, играет такой независимый поп-рок, пользуется большой популярностью в городе Минске. У них вышло множество клипов, мультипликационных и других. Снимали им клипы такие люди, как Матвей Сабуров, Максим Сирый, Татьяна Кушнир и многие другие. Вот запись их концерта. Thank you.